Всем привет! Выходные дни я провел на берегу моря, в поселке Роя. Это старинный рыбацкий поселок на Курзамском побережье Рижского залива в устье реки Роя. Здесь, в красивой гавани, швартуются местные кораблики, а местные жители занимаются рыбным промыслом. Вместе со мной путешествовал мой верный друг Бадди. Для него, как и для меня, это была первая поездка с ночевкой в палатке. Первым делом после приезда мы с папой начали устанавливать палатку и разгружать вещи из машины. Палатку я ставил первый раз, поэтому внимательно слушал папу и делал, как он говорил. Ну а Бадди, конечно, контролировал весь процесс. После того, как палатка была установлена, можно поиграть и покупаться. Я опускал свой планер, купался, плавал с папой, строил песчаный замок. Делал маленький бассейн для рыбок. Для этого пришлось взять папину лопату. На Курзамском побережье моря солнце садится со стороны леса, поэтому оно ушло с пляжа довольно рано. Ближе к вечеру мы с папой набрали в лесу сухих поломанных веток и развели костер. Так как я уже проголодался, пожарил на костре сосиски, а когда костер немного прогорел, в углях запекли картошку. Перед сном было очень здорово посидеть у костра и посмотреть на мирный прибой моря, а вдалеке был виден работающий маяк, который до рассвета будет подавать сигналы кораблям. День прошел очень быстро, и пора было ложиться спать. Моя первая ночь в палатке прошла замечательно, мне очень понравилось. Наступил новый день, а это значит, приключения продолжаются. Спасибо, друзья! Я рад был поделиться с вами одним из моих дней, и до новых встреч! Всем пока!